Так, вот наша Honda CR-V, которая покупалась с площадки Халифакса, но она в саблоте Newfoundland, Пан Джонс. Прибыла на склад, машина заводится и едет. Вот повреждения. Немножечко капот, крыло. Сзади она абсолютно целая. Ну и бочина целая. Ну, все, на днях она грузится и уходит через Атлантику. Ловите уже в Европе. Пока.